Почти. Почти попало. Еще раз. Еще раз. Почти. Давай. Можешь. Хочешь. Умеешь. Сделаешь. Полная мотивация. Давай пятерку. Давай. Да, Лёжа, я возле тренажерного зала, жду тебя. А ты как? Я создал очень неплохую тренировку для новичка. Это будет средний уровень сложности. Звонил мой коллега, сейчас подъезжает к залу. Сегодня бой за пояс чемпиона мира. Толпа ревет, поддерживает своего кумира. Зал заполнен до предела, как древний Колизей. Все ожидают схватки двух разгневанных зверей. Оба бойцы, оба ярые нокаутеры. Оба опасны, злые, сильные, мощные и матеры. Они вправе вести бой за этот пояс. Да, ведь у каждого из них удар встречного пояса. Серии побед нули в графе поражений. Кладут соперников на пол из любых положений. Добыли в боях славу своими кулаками. А теперь лицом к лицу нашла коса на камень. Бойцы готовы, оглашает правила голос судьи, последний взор в глаза противника. Грозно сердит, кто победит. Пришла пора разломать интриги, стену. Гон гудит, гладиаторы на арену. Они выходят, стали друг напротив друга. Кровь за кровь, зуб за зуб. Претенденту сразу стало туго. Джеб, снова джеб, куб. Апперкот на апперкот, маэстро ринга. Играет партию без нот. Он чемпион по версии WBC. Готовился, тренировался, был здоровый и полон сил. Он знаменит, уже не молод, но еще не стар. И вдруг пропускает этот роковой удар. Бум! Проходит в голову мощный правый прямой. Бум! Он побеждал, но не может больше продолжать бой. Боксер падает на помост ринга. Нокаут, конец поединка. Бум! Проходит в голову мощный правый прямой. Бум! Он побеждал, но не может больше продолжать бой. Боксер падает на помост ринга. Нокаут, конец поединка. Первый раунд подходит к концу. Актеры уходят в антракты, капли пота текут по лицу. Полотенце, подсказки тренера, минута отдыха и глоток воды. Катман скроет от глаз рефери кровь и тяжких ударов следы. Полуголая блондинка демонстрирует табличку с двойка. Снова гон, второй раунд, боксеры принимают стойки. Пусть победы так близок, он соблазнительно сладкий. По рингу как пули летают, летают перчатки. Он доминирует, атакуя под разными углами. Смещается, не идет слепой размен, а думает мозгами. Грамотно защищается, зная, что левый врага же... Друзья, закончилась тренировка. Остается только повышать веса. Повторения можно оставить точно такие же, но веса увеличивайте. Будет прогресс, грудь работает. Давайте, девочки, поговорим о спорте. Когда вы вырастете... Это что такое было? Это была легкая атлетика или что? Мы позавтракали, у меня предстоит тренинг. Всем привет, я в парке, дышу свежим воздухом, очень красиво, хорошо. С детьми выбрались на отдых, правильно? Вход запрещен, теперь читаем почему. Что написано, девочки? Злая собака. Злая собака, где там? Вон там, за листиками. За листиками? Вот она, смотри, будки, вон. Видишь, лежит. Тренировка на ноги с утяжелением. Погнали под горочку. Как зовут? Андрей. Андрей, меня Леша. Ты мой новый оператор. А тебя как? Никита. Никито, здорово. Знакомьтесь, это мои девчонки. Миланка, Данка вон идет с утяжелителем. У тебя очень сильная рука. Чуть-чуть выше подними. Еще, вот так вот. Все. Терпит законы про это, зато потерпит новый законопроект. Чтобы быть уверенным в себе, так как я. Чтобы не проиграть бой, так как бак я. Чтобы называться гордо, отечество наследник. Ты должен выходить из спортзала последним. Кто-то уходит по-английски, тихо, спокойно. Надо как чемпион олимпийский, чтобы... Давай, машина! Сила, мощь, погнал! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, взрыв, семь, восемь, девять, десять. Борцы, боксеры, пловцы, каратисты, атлеты, бодибилдеры и дзюдоисты, рукопашники, другие адепты физкультуры. Нам не... Занимайтесь спортом, будьте сильными, давай. Мотивацию даю тебе, ты чемпион, и ты чемпион. Запомнил? Давай, взрывайся на присед. Погнал!
К сожалению, сделал не такое большое количество. Вчера был жим, сотня, тоже небольшой вес, но он был. Грудь порвана, но за тридцаточку уже есть. Но у нас 300 должно быть. Ребята, сама природа дает мне таких чемпионов, которые могут взять в руки камеру и снимать 101%. Вот так вот спонтанно происходит прогулка, внезапно где-то посередине поля оказались брусья, и там находились молодые индейцы, которые поддерживали меня, Никитос. Вырастешь и увидишь этот видеоролик, тебе понравится. Девчонки, у меня есть одна проблема. У меня вчера пропал мой шейкер, но у меня есть с собой кое-что вкусное. Хотите, покажу? Да. Опа. Немножко молочка, творога. Человеческая чутка. Ну что, сейчас поедет чемпион мой. Поехали. Можем долго, но от этого не будет никакого толка. Только время мимо без возврата. Смотри, какая отдача. Она что, резиновая или что? Да, но это резиновая? Или каучук? А ты что взорвалась? Иметь навыки бойца. Самое главное — идти до конца. Представьте, что вы в стиральной машине. Карно проводим время. Дети много катаются на аттракционах, дышим свежим воздухом. Алло. Давай спустимся вниз, Саша. Да, привет. Нет спуска. Нет, я сегодня не работаю, работать не буду. Никогда. Да, пока. В смысле улитка? Отойдите, там говн... Какая улитка? Звони в милицию. Милана, дай мне в туалет сходить, пожалуйста. Дай мне в туалет сходить, пожалуйста. В смысле? Ты понимаешь, что я много выпил молока сегодня? Юля, подними ее, пожалуйста. Давай, давай. Я не могу уже. Ну что, Рокки, погнали. Здры! Где моя семья? Чемпион, чемпион, что берем? Нам нужно мясо. Нет, мяса мы не будем. Так белки нужны. А где мне белки брать? Давай вот туда. Давай. Где вырезка? Молодец, знаешь, что покупать.